подол новогодний, а вернее предновогодний подол. Вот такой вот воскресный день. Народу, в принципе, немного. Локации работают с едой. Конечно же, по сравнению с прошлым годом все поменялось. Нету столиков с палатками, где можно взять еду, посидеть с шашлыком, с глинтвейном. То есть все на ходу приходится делать, либо, как сейчас популярно принято говорить, на вынос. Вот он и вынос. Каток еще не сделали, сельпадия. Хотя уже пора. Ну вот, то, что сейчас имеется. В принципе, выбор еды есть из спиртного. Но неудобно то, что негде присесть, перекусить. Все, как правило, заворачивают с собой и уже едят дома. Вот такой вот предновогодний подол сегодня. 20 декабря.